Привитос Амигос чуть ли не каждый день пишут, когда новое видео по War Thunder, когда новое видео по War Thunder, и чуть ли не каждые 5 минут пишут, никогда больше не играй в War Thunder, никогда больше не играй, не записывай War Thunder, нуб. Вот, но не каждый день есть действительно настроение подрывать пуканы фанатам War Thunder. Сегодня как раз именно то настроение. Готовьте, разминайте. Значит, сегодня гоняю на своем аккаунте, сегодня буду гонять на Т-44. Значит, что-то в последнее время меня задуплили совсем с воздуха, поэтому я нарисовал себе на танке снежинку, знаете, чтобы на зимней карте мой танк не слишком сильно палился. Потому что, ну, действительно, в Финляндии меня первого вознаграждают враги градом этих, как его, бомб, блин. Вот, значит, ну и в бой меня ведет непобедимая Валькирия, как бы, коммунистического красного цвета, которая как бы дает капиталистическому Западу понюхать кузькину мать. Ай, блин. Вот, но я к тому, что если вдруг опять какой-нибудь модератор там всея улитки что-нибудь тут заподозрит, я использовал только детали из набора для дерби соснового леса, клянусь. То есть, не моя печаль, что вы такие картинки, голая баба с сиськами, ну куда мы катимся, господи. Значит, ну ладно, хватит об аэрографии, поговорим о машине. Значит, со времен Т-34-85 машина изменилась ровно тем, что ее приплюснули. Я знаю историю, мало кто знает подлинную историю создания танка Т-44. Короче, на заводе, где имени Калинина, где собирали танки КВ и Т-34, как-то в одном цеху платформа от КВ грохнулась сверху на танк Т-34, который выезжал из ворот. Это увидел главный инженер того завода и говорит: а что, ребята, так даже оно может и лучше, смотрится-то действительно достойно. Вот, но на самом деле, короче, движок абсолютно такой же, 606 сил лошадиных, правда, больше оборотов в минуту, но на динамике это ни хрена, по-моему, не сказывается, да, несмотря на то, что вообще-то даже максимальная скорость почему-то у Т-34-85 даже выше, хотя Т-44 по виду просто гоночный танк, ну, смотрите, он приземистый, ну, посмотрите, какой у него силуэт плоский абсолютно, то есть он как бы широкий, да, его расширили там, расплющили, да, чтобы он в заносы там лучше входил, в повороты там на ручнике, да, чтобы он не сносило, а максимальная скорость всего там типа 49 километров, в то время как эта фигня гоняла 55 километров. Вот, заделали, значит, дырку во лбу. Сколько там брони было у этой фигни? 45 миллиметров, как это вообще можно броней называть? 45 миллиметров чего-то. Стало, ну-ка, стало 90 миллиметров, да еще и под каким углом. То есть, ну, это такой небольшой, но все-таки плюс. Но, к сожалению, башня осталась, в общем-то, все та же. Ну, нет, конечно, башня другая у танка. Я к тому, что в башню пробивают. То есть, в корпус-то никто и не стреляет в этот шикарно забронированный. То есть, долбосят прямо в дырочки маски орудия, в люк, ну... Вообще-то, конечно, башня похожа, что все-таки от Т-34-85. Я точно не в курсе. Я не бог весть какой знаток танков, хотя в детстве читал энциклопедии и собирал модельки. Просто боюсь уже, сейчас скажу что-нибудь не то. Опять несколько школьников завтра прогуляют школу, потому что на своих пердаках улетят в стратосферу. Вот, поэтому скажу, что не ведаю всей подробности. Но... В чем прикол? То, что, знаете, раньше по телеку показывали в передаче какие-то там невероятные люди или что-то вроде того. Короче, мужик, которому пристают ложки, утюги, то есть человек-магнит его, по-моему, там называли. По-моему, его дед воюет у меня, сука, в танке заряжающим. Нет, наводчиком. Да, по-моему, у него два деда воюют в моем танке. Оба потому, что прекрасно притягивают к себе снаряды. И, сука, только болванка в танк попадает, все, они убитые. Хотя, судя по точности стрельбы и скорости заряжания, они убитые уже не первый день. О, нельзя убить неубиваемое, но враги почему-то это делают. Ладно, короче, как обычно, значит, два аркадных, один реалистичный. Два аркадных, один шоколадный. Так и быть, сегодня под настроение катану. И, сука, как назло выпала Кубань. Как меня, господи, кумарит играть в Кубани на совках. Это вообще что-то. То есть, абсолютно все танки совков имеют... свою отличительную черту, у них вообще угол вертикальной наводки, то есть ствол вниз практически не опускается. Это не надо думать, что это со временем вылечилось. На Т-90, как я почитывал, точно такая же проблема. Угол вертикальной наводки у него что там минус 5 плюс 15, вместо того, что было минус 10 плюс 20.
Да, я почитываю про танки все-таки время от времени. Только не говорите этим фантикам из Armored Warfare, тоже, что они же только недавно на своих пуканах с Сатурна вернулись. Сейчас опять улетят. Надо, кстати, видос. У кого-нибудь есть, кстати, аккаунт? Надо им опять придать стимула к полетам. Ладно, короче, хрен бы с ним. Чё тут, кто со мной в атаку едет? Вот меня вообще, конечно, ущемляет то, что у немецких пантер вообще двигло такое, что мы с другом играем, но он меня на тросу таскает, реально. Я на 44-ке за ним даже угнаться не могу. Трос натянутый постоянно, тащит. И из второй мой тоже в гору тащит просто. Как будто без груза едет. Вот немецкие, конечно, вот молодцы. Испокон веков умели движки делать для танков, а у нас, походу, никогда не умели, потому что... Чё-то сейчас багнуло. Потому что, ну... На танках, смотрите, какие слабые двигатели сейчас, да, там наши машины в мире вообще не котируются никаким образом. Эстафету сдали, эстафету приняли. И вот здесь, вот в этой Кубани, вот на этом изломе, мне вообще, ну, нехрен делать, потому что у меня ствол-то не опустить. Но, с другой стороны, хорошо, что мы теперь, наша позиция снизу, да. Ну, они уже ждут. Жало свое повернули. Смотрите, как синхронно едут. Они как собаки во время спаривания, там жопами сейчас срастутся уже. Один сюда, другой тут. Так, уходим. А, еще, кстати, все танки до сих пор по самую современную эру унаследовали только одну заднюю передачу, походу. Потому что, ну, ёптить, ну, вообще, ну, поздний ты 90... Да куда? О, ёпта, ну, давай, блядь, оба никуда не поедем. Давай здесь будем. Давай, как они тоже жопами склеимся. Смотри, мы же тоже две 44-ки. О, самый хитрый. Чувак, ты выиграл ваншот, поздравляю. Ты выиграл джекпот в лотерее этой жизни. Причем прямо в маску орудия не целясь. Ракада, хрен ли. А вы говорите, что в аркаде крестик прицела самое худшее. Да и хрен там. Че этот крестик прицела вообще? Вообще, считай, ничто. Ой, а что-то я его не сваншотил. Что-то непорядок какой-то. Видать, игра залагала. Что это, что Т-34-85? Чемпион по сбору ваншотов. Да, ну, да. Ложавый выстрел. Че у него там, я башню-то сломал, хоть можно высунуться-то. Потому что пушка-то у него не слабее моей, хоть он и предыдущая версия модели Терминатора. Блять, как меня этот угол вертикальной наводки заеб... Вот я про вот эти моменты говорю, что ты выезжаешь на кочку, да, а здесь вся игра сплошная кочка, здесь все карты горбатые. Приподнимается твой ствол на кочечке, и тебе его вниз не опустить. Это вообще, блядь, просто рвет мою жопу. Как я нахрен ненавижу это. Мне говорят, ну что поделать. Так было в реальности. То есть реально было паршивые углы наводки у нашего танка. Ну ёб твою мать, ну может тогда не было такой поверхности в реальности горбатой. Ну что за херня, тут 2 метра ровной дороги, сука, не найти. Кубань. Блин, не Кубань, Глухомань надо было, сука, назвать. И тут какая-то немецкая будка такая пограничная стоит, вот полосатая. В Кубани, блин. И что, или что, это наша будка такая, что стоит? А, это, наверное, сортир для дальнобойщиков. Блин, как у меня бомбит с этого, бля, УВН, ёп. Фу. Все. Надо спокойнее релакснуть. Сука, жду не дождусь, когда нахрен на немцах буду играть. В жопу эти углы наводки клоунские. О, самолет сбил просто как Господь. Просто одним касанием. Только в него, сука, патроном черканул куда-то. Фраг не отдали, вообще шикардос. На самом деле, вот эта фишка халявных аэрофрагов в аркаде у ИСа второго просто читерная. Ну почему у ИСа второго? И у всех, наверное, без исключения американцев. А, нет, как же без исключения? Т-32 исключение. У него пулемета нету. Он слишком хорош, чтобы его иметь при боевом рейтинге. Вот, смотрите, ну как воевать в Кубани? О. Это он куда свое жало повернул? На меня повернул. Ну, понятно. Интересно, как он ствол-то опустил? Читак, читует, наверное. А, его же второй там 44-ка в жопу подпирает. Я понял, что они делали. Вторая 44-ка первую за жопу приподнимала, чтобы она стрелять могла. Вот ИСы вторые мне нравятся. Вот танк, заебись. Как не танк, просто это чипсик, ёптать. Только хрустит под снарядами. Куда ни чпокни его. Одним... Вот, блядь. Опять этот... Опять! Как? Опять, блядь!
пока пытаешься опустить ствол, тебя убивают. Блять, Кубань, нахер, я манал тебя, Кубань, сука, я тебя ненавижу. Кубань, блять. Сука, Кубань, блять, вообще Кубань. Я даже не знаю, что надо взять, чтобы, блядь, на зенитке поеду. Ёпта, у нее ствол опускается, это походу... Сука, парадокс, блядь, у танка ствол не опускается, зато у зенитки, задача которой ебашить самолеты в небе, у нее ствол опускается, ахуй, блядь, как это зенитка-то без опускающего ствола, как это, блядь, нахуй, а что она будет делать-то, блядь, если ствол не будет опускаться, вы что, на ее же мыши, блядь, загрызут, прибегут, она отбиться, блядь, от крыс не сможет, ну как это, блядь, пфф, конечно, УВН у зенитки нужен, она, а танк, чё танк под землей не видел? Чё под гусеницами? Туда ви, нахрен, зачем туда стрелять? Ой, боже мой, как... Ой, ёпта. Сейчас я на своем пукане сам догоню тех, кого мои видосы, блядь, на орбиту отправляют. Ну, просто жопа. Даже вырезать ни хрена не буду, потому что, блядь, все знают, что, сука, УВН у совков это... Не УВН, это УЕБН, блин, какой-то настоящий, чё, блядь, убогое говно. Ой... Надо было танкистам там, знаете, домкрат возить в комплекте, чтобы выскочили во время боя, жопу танка приподняли и бахнули с горы куда-нибудь вниз. Ой. Я понял, это просто тактика такая. Советские танки и российские, они должны врагу отдавать высоту и потом снизу его на высоте расстреливать. Ведь снизу-то по высоте стрелять удобнее, наверное, да? Сука, сейчас разбомблю кого-нибудь со злости. В ангар свалюсь. Я научился на бобре летать, видите, я еще жив до сих пор, меня просто догнать не мог. Кстати, в натуре что-то в игре, когда начинаешь, самолетики-то все покоцанные. А то у некоторых так бомбит от того, что я сказал, что... От того, что самолеты в игре нарисованы хуже танков. Ну ёпта, ну давайте я скажу, что танки лучше самолетов нарисованы. Вам что, легче станет, что ли? Ну серьезно, в ангаре самолеты стоят новенькие, а танки ржавые в коррозии. Ну, ясное дело, что если ты не слепой, то ты поймешь, что танки нарисованы лучше. Ёпта, Киржаков сзади, наверное, на пулемете сидит. О, это что-то у него отвалилось там. Какая-то ненужная деталь. О, ну хоть одна... Это я самолет убил вместо танков? Ну, вообще. Да, бомбардировка не моё. Блин, а, кстати, вот про классную тему писали насчет состояния камуфляжа. Я раньше что-то не трогал, вот эту хренотень. Но, блин, сейчас смотрите, тем, кто не играет в улитку или да пофигу, просто смотрите, как офигенно это сделано, просто охренеть, смотрите, танк, вот танк, вообще классно, вот так фуфло, вот так вот, примерно на картошку похоже, херак, и вот это, сука, шедевр, вот это, не, ну рисуют они, конечно, да, молодцы, гайджин, вообще красава, ну просто, вот вообще мое почтение, реально, художнику просто мое, шеф-повару мои комплименты. Не знаю, кто там этим занимается, но чувак, видно, дело любит, дело знает. Прям вообще, у меня, когда модельки собирали, лет в 15, друг танки раскрашивал, вот он бы сейчас, наверное, кончил, если бы увидел вот это. А он такой, рехнулся на раскраске, там что-то 28 красок каких-то смешивает, но, бля, такого эффекта вообще, конечно... Ну просто огонь, смотрите, танк грязный, ржавая корыта. Сейчас пойду в реализм, короче, аркада, походу, сегодня не день. Нелетная погода в аркаде. Какой тут лучше поставить? О, такой масштаб темненький. Поэтому Валькирия сползла, короче, с моего танка слезла. Кобыла что-то не привезла, не принесла нам неудачу, да и палец она. Была бы она зеленая Валькирия, вот была бы, да. Все, нахрен, реализм, короче, понеслась. В жопу. Может в реализме меня не сразу спалят, я успею жопу на какую-нибудь кочку загнать, чтобы ствол опустился. Ну какая карта еще, ну кроме Польши, выпадает мне по 200 раз в день. Я Берлин вижу раз в неделю, зато Польша. Польша. Так, ладно, что тут, короче. Я понял, короче, как надо играть в реализм, в аркаду, короче, в городах надо мудить, короче, врага надо мудить. Ездить вокруг домов, что-то по дворам, там теряться, петлять. Короче, и тогда никто не сможет тебя пристроиться и подождать за углом. Бля, какой танк офигенный. Просто птичьего говна не хватает только. Ну, художественного размаха, видимо, не хватило, да? Чтобы еще птицами танк был обосран. Такие белые шлепки вот эти, знаете, такого птичьего, старого доброго птичьего говнеца.
Можно даже текстуру скопировать с фотки памятника Ленину. Он всегда птицами обосран. Вся лысина там. Там даже иногда кажется, что он волосатый слепленный. Столько говнища у него на голове. Но птицы знают, на кого срать, конечно. Я бы, если залезть смог, тоже, глядишь, на него бы плюхнул. Так, там что-то проехало вдалеке. У меня теперь глаз-то орлиный. Ёпта, глаз набит. Собственно, как и все лицо. Скоро будет набито, думаю. Хорошо, я в маске, да? Не найдут меня эти бешеные фанаты. Взяли бы не мастерством, так количеством. В смысле, фанаты улитки. А всем же кажется, что я эту игру говном поливаю. Хотя непонятно почему. Я, кстати, что придумал-то? Я придумал целиться пулеметом, короче, в аркаде, особенно вдаль. В реализме тоже. Короче, пулеметом стреляйте, да, когда вам покажут, что пулемет попал. Значит, пора снарядом бахнуть в то же место. Я не там где-то. Хер ли тебе артиллерию-то мариновать. Да ёб ты. Чё ствол-то задрался? Отлично, отлично дерево убрал с горизонта. Было ни хрена не видно, стало ни хрена не видно дважды. Ну, короче, вот эта тема, как сказали, юзается только на премиум аккаунте. Ну, понятно, не самое это зажили ли самое это классное. Господи, если бы я раньше знал, я бы все танки обосранными делал. Почиркан, ну вообще, не, ну, бля, вообще. Я охренел, вот это вообще крутизна. Вот Ваномас жалко вот эту херню, по-моему, в видосе не заметил. Когда я там рассуждал о текстурках каких-то, вот этого. Это что, сейчас снаряд в окно влетел? Или что это? Мне кажется, мне что-то кажется про это. Просвистело. Эй, дельфин 3, позавидуй камуфляжу. Что ты там у себя намалевал за говнецо? Вот, посмотри, как танки у нормальных чуваков раскрашены. Вон, чисто. Чисто ржавый такой тертый танк. Опытный, видно, да, не первый день на фронте. Уже конкретно покоцан. Вообще огонь, конечно, да. Но я знаю, что школьнички выберут-то в основном, наверное... Танчик со свеженькой красочкой, типа, ну, новиночка там, все дела. Я то есть, был бы я малым, я бы не оценил вот этот вариант такого танка, то есть, пошарканного. Опа! Сука, падла, паскуда тварь. Вот кустодрочник, а. Лови, ёпта, плюху. Точно овцы... Бля, Клинт Иствуд, сука, позавидовать должен этому выстрел. Просто навскид. Джанго перерожденный, бля. О, Джанго. О, Джанго. Forever. Джанго. Во вторую. Бля, рикоше. Бля, стрельба-то вообще. Стрельба-то ювелирная, нахрен. Ну-ка, лайки. Лайки, ёпты, за стрельбу срочно. Где он стоит? Где он стоит? Сука, где он? Был же здесь. Подожди, мне крыша мешала по нему стрелять. Где он был? А вон он. Чё-то он ездит-то не очень, походу, теперь. Да сука, как тебе везет, а? Как утопленнику, блин. Где ты стоишь? Нахрен идите со своим телефоном. Не буду... Где он пиликает? Пошел нахер. Пошел в жопу отсюда. Пизду. Самый ответственный момент, ёптать. О, там зенитка включилась. По пантерке работает. О, пантера башню повернул. Я вижу, ствол торчит. Значит, башня это здесь. А-а-а, красота! Ёб твою! О, да, детка! Вдув состоялся просто. Ай, блядь, пошел нахрен. Суки, дайте порадоваться. А, да как он, блядь, попал? Я же жопу убрал, сука, с горизонта. Ну, понятно, короче, опять. Ну, кто еще, блядь, как не наводчик мог первым коньки-то склеить? Пошел ты в жопу. Бля, вот я что не понимаю, это то, что когда танк тушится, почему бросаются тушить его все, сука, танкисты? Почему ты не можешь сделать радист, который там хуи пинает, блядь? Сука, команда, твари, блядь, все попортили. Я так вообще филигранно просто с пантерой перестреливался. Нет, нахер, надо было в жопу мне врагов пропустить, конечно, блядь. Просто, чем больше, тем лучше, да, все испортить, все испоганить. Ой, бля, уроды. Сука, презираю, кто тут, блядь, играет, дети, именно. Ну, опять, смотрите, ну, пиздец, просто.
50 очков опыта и Вангар, 40 очков опыта и Вангар. Блин, сука, зачем вы, люди, зачем вы в реализм играете? Реально, смотрите, я рак какой, я играю 50 дней ровно, у меня сегодня ящик за 50-й день, за 50-й день игры выпал 10% серебра нахрен. Хотя у меня серебра 2 миллиона уже. Вот. И то, смотрите, я вон на почетном 4-м месте Пантеру просто мастерски разглядел. Сука, убил. Просто вообще. Пошел ты нахер, ёптать. Говнобомбардировщик, сука, падла. Только слышу, как бомбы свистят. Ой, а чья там ПВОшка искрит, а? Чья ПВОшка там трассерами херачит? Где она, где она, где она? А, это, на, это наша Су-85. Ёпта. Я перезвоню. Ничего важного она все равно не скажет. Так. Ко всем хренам. Опа, опа. Чё там в пыли? Чё там? Танчик торчит, не? Нет, но проверить все равно было не мешало. О! Здрасте. Как ваша? Вам из ангара, звонили, просили заехать срочно, сука, в гусеницу, падла. Нате тоже тогда в гусеницу, говнюк, вместе будем стоять. Только я-то тебе еще гнида арт-удар по крыше кину. Оп. Оп. Как бы встать, чтобы эта паскуда меня не пробивала? Я тебе еще колеса прострелю. Хорошо, водосточная труба нас разделяет. Ну что там, артиллерия-то будешь килять? О! Отлично, ты сам это сделал, чувак. О, гори, гори, моя звезда. Давай, дровина. Отправляйся в ад. Где ты там? На, нахер тебе. Тем же самым по тому же месту еще разан. А, он горит, все, ему тушиться нечем. Надо только жопу не высовывать, и все будет хорошо. Короче, давай, чувак, удачи тебе догореть. А вот этот, по-моему, меня убил, да? Или не этот? Да какая разница? Да, детка, фраги, да, смерть. Ах, нагибая. Да ёб твою, заборов-то понаставили, ну. Чё там, тигр не потерял? Чё-то тигр долго горит. Там уже немцы должны уже в барбекю превратиться-то. Чё-то какой-то вяло-горящий бензин, видать, тигр залили. Малооктановый. Сейчас я его пойду ещё-то в жопень. В жопенечку проверю, как у него там пердачок-то. Подгорел, наверное. Чё танк еле ездит, блин? О, вот он. Чувак, ты же не думал, что я про тебя забуду, да? Наверное, молился там уже своим арийским богам, подлюга. Хрен там плавал, сука. Советский Союз все помнит. Советский Союз все видит. Блин, ни хрена, неужели я на... Да почему я не на первом месте? Сука. Ладно, блядь. Чё дыма столько? Кто здесь? Никого. Вот в на городских картах реализм. Вообще огонь. Просто огниво просто. Вообще огнище. А в лесу реализм так себе. Слишком травы до хрена, которая в камеру лезет. Но в городах реализм, конечно, вообще это не аркада, а боссы. Это вот прям вообще реалити. Прям реально каждый фраг. Прям праздник. Опа, никого. Вот. Вот она. Я же говорю, главное... Главное в гусеницу сразу ему слить. Пожалуйста, быстрее, быстрее, за угол, за угол. Где она стоит? Там где-то на перекресточке, по-моему. Ну все, башню повернула быстро. Вот я говорю, главное мудить. На городских картах главное мудить. Там объехал, тут объехал, чик-чик, там, оп. Чтоб враг просто даже примерно не подозревал, где ты находишься. Ах ты, сука, падла. Как он выцелил? Знаете, тем же самым по тому же месту. Вот основной принцип перестрелок, походу, в этой игре. Ну чё, кто-нибудь его будет забирать-то? О, это был говёный выстрел, наверное. Надеюсь, он выстрелил. Не вижу ни хера, наверное, там где-то. Артиллерия напылила, блядь, его не грохнуло ни хрена. Ну чё за порожниковая какая-то, сука, арта у меня. Чё так шатается-то? Ну, конечно, да. А, в этой игре очень галимо перестреливаться с кем-то, кто знает уже, где ты. Просто достаточно первым занять позицию, да, и выезжать уже ему на выстрел смысла. И прям в угол пробил, ну, конечно, прям в стык бронеплит. Не, конечно, это ж не рикошет, ну, откуда тут рикошет-то быть, ёптись.
Вот, то есть, короче, чувак, который стоит за углом, то есть невозможно выехать его и забрать. То есть он уже свелся, он тебя тупо ждет, он тебя тупо добьет. Вот это, конечно, я не знаю. Я не знаю просто, что можно применить было в такой ситуации. Пойти его объезжать, ну долго, ну реально долго. А я знаю, короче, кто на первом месте в реализме. На первом месте в реализме те, кто на самолетах охеренно могут бомбить. Вот 100%, что наше первое место наверняка летает где-нибудь. А, наше первое место, вот он на базе стоит. Наше первое место кустодрочник. А, он два раза уже сдох. Ну, не знаю, ладно, молодец, чувак, не буду на тебя гнать. Ствол-то подымется когда-нибудь у этого танка? Ёпта, у деда, у 90-летнего член быстрее поднимается, чем этот... Чуть на себя не наговорил, ты прикинь. Жесть какая. Так, последний мой танк в этом реале. О, вот пуля просвистела. Куда-то там попала мне. О, ну понятно. Кто кого передрочит, да, тут соревнования двух ПТ-шек. Где-то там, наверное, если хуй его знает. Да, вот классно Фердинанд играет. Вот красавец. Ну прям мастер. Прям мастер игры, наверное. Все фраги, наверное, из этого леса сделал. Сука, в своей жалкой никчемной жизни. Он торчит его башня. Ну, понятно. Теперь, короче, Фердинанд мне... Да пошел ты нахрен в своем самолете. Фердинанд мне тупо не даст отсюда уехать, короче. Больше ничего интересного в этом бою, скорее всего, не случится. Так что, в жопу. Еще и ремонта 20 секунд. Не-не-не. Все, следующий бой. Ну, сука, опять снова Кубань, короче. Ну, теперь в реализме. Ну, тут реализм, не реализм. Кубань, наверное, в Африке. Кубань, тут нехрен на совке делать. Но единственное, что маза проверить, короче, камуфляж теперь вот этот вот. Вот он, ну, реально вот на эту местность. Потому что Кубань, она... А, не только карта говно, она еще и выглядит как говно. То есть все коричневое какое-то. Вот, и поэтому мой посранный такой камуфляж тут прям вообще вот в самую тютетку. Хотя нет, я уже что-то слишком, походу, ржавый какой-то. Уже на американское корыто больше похож. Американские танки такие негроватые немножко. Сука, мой танк так долго лез в эту гору, что я это даже вырежу, потому что вообще... Собачьи упряжки, мне кажется, меня быстрее бы сюда затянули, чем движок мощностью 606 лошадиных сил. Что-то какие-то лошади-то в этом движке, походу, вяленькие такие. Да уж не мустанги американские, видимо. Ну, блин, опять Кубань, ну опять... Ни хрена вообще непонятно. Невозможно здесь врага разглядеть. Ну, бред какой-то. Только если кто-нибудь зимний камуфляж забыл выключить, конечно. Это вот от додика все заметят. Ну, а так, ну, блин, ну реально, вот в городе вообще вот самое вообще зашибись. А здесь, в этом поле, да на этом танке, ну, реально тут ловить нехрен. Снаряды только в жбан ловить вражеские. Все, больше тут нечего делать. Кубань и Моздок, это две карты просто, которые рвут мою жопу. Ну чё, ну блять, ну посмотрите, как ствол опускается. Вот это я его вниз опустил, ну что это такое? Чё, как вообще на Кубани? Чё тут делать? Говорят, что тут очень кайфово заходить врагам в тыл. В тылище. Ну тут в тылище-то кто зайти-то даст тебе? Сразу сектор газа вспоминаю сказку про царевну лягушку. Ты хоть пёр недорогая, чтобы не дырочку найти. Здесь бы кто-нибудь тоже хоть выстрелил бы, что ли. Дым, блядь, увидишь, что ли. О, кто-то поливает. Наш клиент, все, едем. Охотники за привидениями уже выехали. Ох, кого-то накрыл. Нихера себе, просто резинитка, походу, да? Ну, кто еще? О! Вот, сжарит-то, а. А, ну да, у меня аж ствол-то не опускается, чё. Пошла в жопу. Прям. Ай! Ты чё, ёптую, криворукий, ты охренел? Вот, сука, оленя кусок, а. Ну, свой бы ваншот, но у меня, наверное, вторая булка за сегодня бомбанула. Чё-то нету никого. Чё-то тихо. Видать, засада. Сука, больше всего боюсь, что Федя где-нибудь стоит. Вот, блин, постоянно какой-нибудь тюлень, да, которому уже не лень нахер стоять в кустах 20 минут и ждать. Ждать просто своего шанса кого-нибудь тюкнуть. И, сука, вот именно я на таких натыкаюсь, вот, постоянно. Ну, в Ракаде-то, конечно, таких чемпионов с крестиком-то вообще просто, блядь, вот дерево было, вообще не нужно валить.
лишнее вообще движение. Вот в аркаде регулярно там в Берлине, в каком-нибудь с базы до базу стоят, херачат. Польша. Это вообще просто, ну как... Ну, не, ну я понимаю, охота танк прокачать, но играть-то так, неужели интересно, ёпта. Так, давайте просканируем местность, есть ли где-нибудь враг. Никого. Сука, кто-то же базу-то держит, а? П-2 хоть бы знак подал какой-нибудь. П-это, наверное, потому что педальный. Сука, они, походу, сверху, а наши снизу. Не, наши, наверное, мы же советские. Опа, ёб твою мать! Пошел нахрен! Хер там плавал! Нате. Сука, а как он меня увидел-то, а? Я же вообще просто с местностью слился. О, едет. Ехай. Сейчас меня, походу, его друзья в бортяру там заберут с базы. Нельзя тут стоять. Да и высовываться тоже нельзя. Что делать? Вот, смотрите. И он не поедет, и я не поеду. Меня заберут сейчас. Кто-нибудь заберет. Мне не дадут тут. Вот оно. Вот то, о чем я говорил. А, да мы уже просрали. Ну, я хоть не сдох. Но одного убил. Ха, ништяк. Ну, вот еще одна не совсем понятная локация. Хрюшкинский лес, короче. Дело в том, что здесь, как я заметил, 90% команд обеих едут воевать по городу. Даже если точка расположена... Ух ты, респ в какой-то деревне, смотри. Вот это интересно. Никогда не видел, чтобы точка была вот там. Обычно она вот посередине деревни, все и все едут. И начинается вот просто война вот за этими, за сарайчиками. Это просто геморрой на самом деле. Полнейший. Кстати, недавно заходил на форум, чтобы выяснить давно интересующий вопрос. Можно ли все-таки в War Thunder передавать аккаунт? Даже тему создал. Тему снесли, написали... Типа, нельзя, читайте пользовательское соглашение. Я пошел почитать War Thunder'ское пользовательское соглашение. Да. По сравнению с этим соглашением, их интерфейс просто мега понятен. Потому что в этом пользовательском соглашении даже слово «аккаунт» я за 20 минут чтения ни разу не встретил. Вместо этого там постоянно пишут «продукт нельзя то, продукт нельзя это». Ёптать, вы разработчик игр или пятерочка? Какой нахрен продукт? Пишите как-нибудь, не знаю. Тут же, ну, игра-то для крестьян, грубо говоря. Ну, кто еще в танках-то сидел? Ну, не дворяне же, а одно крестьянство, сплошная Красная Армия. А тут написали их-то продукт у них, ну, обалдеть. То есть, по сути, все правила игры можно уместить в 10 пунктов, но почему-то хочется развернуться. И кто-то же деньги получил за вот это пользовательское соглашение. За вещь, которую, наверное, я единственный за всю историю игры прочитал. И то ни хрена не понял. Если вы не читали пользовательское соглашение War Thunder, не читайте его. Все равно ни хрена непонятно. Смысла вообще никакого. Интересно, почему у него 44-ка едет быстрее моей? Да, я знаю, вы скажете, у него мехвод более прокачанный. Ну, наверное, он быстрее педали крутит. Давайте посмотрим, что там мой мехвод делает. Да мой мехвод вообще в позе Шумахера просто едет в этом танке. Он полулежа. По-моему, мехводом в танке быть, походу, самое зашибись. Самое отстой — это стоя ездить, как вот этот командир. А этот лежит полежа, еще ногу на ногу бы закинул, я не знаю. Что-то опять голос стал пропадать. Не мудрено после бомбежки из аркады. Так, и сейчас, походу... Опа-на, нифига тут обрывы. Как гусли-то с колес не послезали. Ну, понятно, наша команда решила расположиться на этом краю обрыва, вражеская, видимо, на том краю. Приказ завершен, Мститель, 24 секунды. А почему написано, что он завершился? А кто его активировал? Никто даже сделать-то ничего не успел. Что-то ни хрена не понимаю. Прикол этих приказов в бою, что-то там, какие-нибудь там, стань лучшим в том, стань лучше в этом, и получи 15 тысяч ненужного серебра. Если бы экипаж продолжал прокачиваться за серебро, да, и стоил бы миллион там, еще был бы смысл фармить деньги, а так они просто нахрен не нужны становятся.
черта не видно. Бинокль опять забыл включить. А чё мне здесь бинокль? Я на 44-ке здесь как высунусь, так опять ствол опустить не смогу. Уверен, что там уже на опушке стоят какие-нибудь пушки. Отлично. Отличный вид, не правда ли? Видимо, после установки игры надо было и траву в прицеле снова попытаться убрать. О, вон, Фердинанд ваншотнул КВ-1. Значит, где-то... Вот, реально, все Фердинанды почему-то в реализме играют. Я вот в рандоме сколько играл, всего видел там Фердинанда, ну, раз 5, там, не знаю, раз в 10 боев где-то, наверное, мне попадается Фердинанд какой-нибудь. Вон, кто-то бахнул. О! Понятно. Союзные войска захватили точку. Империя не готова. Еще повыше надо. Единственное, что стрёмно, это что пулемет привлекает внимание. Так, он стоит там перед домами. Здесь, наверное, где-то. Чё, поперестреливаться с тигром, что ли? Ну, какой-то не очень вариант. Учитывая, что пушечка-то у 44-ки декоративная. Мало что она пробивает. Ага. Выше ворот, да? Ага. Вон он где стоит. Надо хоть запомнить, где он там. Мне кажется, это бот. Что-то он в землю стреляет постоянно. Не, бот бы не отъехал. Ну, конечно, не пробили. Ну, так, ну-ка дайте-ка карандаш. Я... О! Да ладно. А это что еще такое за... О, тоже пулеметом решил пристреляться. Пошел в жопу тогда. Сука, а теперь его не видно. Понятно. Так, ну нахер. Ну нахер я сваливаю. Еще немного усилий, и победа в наших руках. О! Отлично, кто-то промазал. О! Надо, точно в цель, конечно. Тут можно и бронебойным уже втащить. Но это тоже бот, походу, стоит. Либо какой-то школьник прогуливает. Нет, бот. К сожалению, только бот. А это откуда было? Тут просто нашествие ботов на эту карту, видимо, произошло. Боты повсюду. На своих убогих жлыгах понаехали. Это, видимо, сделано для того, чтобы демаскировать противника, да? Ну, раз бот стреляет, значит, кто-то едет. Боту-то видеть не надо. О! Ну вот этот клиент уже, скорее всего, не настоящий. Есть! Да. Фраг, ля-ля-ля. Как круто. Это, наверное, тот тигр, с которым я перестреливался, выехал наконец. Наконец-то отрастил себе два мощных яичка и приехал посражаться в чистом полюшке. Да, что-то не весело как-то. О, что это? Опа! Кто это? Ну, не, это бот, наверное, скорее всего. Хетцер, походу. Ну да. Точно раз не пробил.
Да, ну и мне хетцера отсюда тоже как-то пробивать хрен нарыло, наверное. А, не, ни хрена себе. Не бот игрок, смотри-ка, ни хрена. А хетцер, наверное, премиумный танк, да? Просто я что-то хетцеров, игроков на хетцерах вообще не вижу никогда практически. Это, наверное, впервые такой вижу. А, да, фраг, кстати, фраг. Все-таки, смотрите, с какого расстояния еще, да, в нижний лист. Просто былинный выстрел случился. Что-то странно, уже полкарты проехал, ни одной засады до сих пор не встретил. Как-то пассивно себя все ведут. Но карта, она огромная, видимо. Тут, врага хрен найдешь. На ней в прятки надо играть, наверное, они, блин. Не War Thunder. Кстати, вот еще одна фишка камуфляжа. Посмотрите, как пачкается танк в War Thunder. Просто весь в грязище, в говнище, в пылище. Просто вот, не знаю, плюс к камуфляжу. Мне кажется, перед боем имеет смысл просто по грязи поездить, чтобы танк был как можно более заляпанный. Вот. Единственное, что танк моется не очень правдоподобно, да, там, то есть постепенно все это исчезает равномерно по всему танку, то есть даже если ты только гусеницей в воду заехал. Но все-таки все равно лучше, чем ничего. В картошке-то, по-моему, и такого нету. Вот, смотрите, видите, как коричневая. Прям шоколад намазали. Ой, блин. Так, ну что, я уже приехал. Че, где все-то? Наверняка по кустам расселись уже несколько каких-нибудь особенно яростных бойцов. Так, база. Ну, на базу нет. Я думаю, что базу всяко кроют вот из этого подлеска, лесочка. Тут наверняка в трех соснах какой-нибудь партизан засел. Сука, кустов. Ну, кусты оранжевые, среди них танк-то должно быть видно. Не, никого тут, походу, ни хрена не было. А на базе, вон, я вижу чью-то жопоньку, Федя. Но он, походу, дохлый. Ну, проверочный в сраку все равно надо выписать, я считаю. А, не, живой, блядь, еще и не пробил. Как не пробил-то? Ё-моё, сколько у него брони-то в заднице? О, Федя начал разворачивать свой шкаф. Ой! Упс! А что случилось? Партизана в задницу разобрали. Третий фраг за бой, кстати, когда у меня последний раз в реализме такое было. Ну, в деревне, я думаю, собственно, еще кто-то за домами по-любому должен быть. Вряд ли бы там Федя один стоял. Сука, самолет. Опачки, ёб твою мать. Вот где Фердинанды. Ну, пизда, я в ангаре, походу, уже. Феди тут закрысились вдвоем. Как я это сделал, блядь? Как я его пробил? Куда я по... А, у меня карандаши включи... Ну, сука, блять, вообще. Сука, вот это вообще удача просто. Не, вы прикиньте, карандашом Федю сваншотить, а он меня то ли не пробил, то ли рикошетнул, ёптать. О, вон еще один страж деревни. На тигре. На, сука. Ой, какой он косой. Ой, какой косой. А у меня одни карандашики. Ай, блядь, сука, самолет, ёб твою мать, ну, три зенитки у нас. Как он так точно кинул бомбу-то, ёптать, я не понимаю вообще. Ну, повезло, и разбился, лох. Да, я был очень близок к тому, чтобы затащить, страшно затащить этот бой. Но, сука, самолетная падла мне, сука, скинула кирпич на крышу. Бля, вот это вообще отстой. Ну, блин. Но я на первом месте, с другой стороны. С другой стороны, наша вся остальная команда и половину того, что я сделал, не сделала. Все. Видео будет называться «Батя тащит». Да, но мы тут проиграли, короче. А, нет, походу, это победа. Добытая моими мозолистыми руками, окровавленными. Руками по локоть, запачканная в крови проклятых врагов. Да! Асгард содрогнулся от стонов моих жертв. Короче, все прошло по красоте. Что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Адьё.